Все может быть. Все может быть. Я же говорю. Нестабильность – это серьезная вещь. Лучше, чтобы не было этого. Я думаю, что может быть. Если продолжится так дальше, то да, может быть. Нет. Нам нечего с ними делить, не с кем делить. Да, вполне возможно. Почему вы так считаете? Из-за ситуации с Приднестровьем. Если все-таки будет продолжаться, то скорее всего. Я думаю, что так оно и случится. Да, есть страх, что может начаться война, но я не думаю, что у нас она будет. Только с подачи нашего сегодняшней власти, политического руководства, которое нас, всю страну, не нас конкретно, всю страну именно к этому сценарию подвигает.